Тысячи горожан утром пришли на площадь памяти героев. К вечному огню они несли красные гвоздики. Отдать дань памяти и уважения погибшим защитникам Отечества приехал и глава Кубани Вениамин Кондратьев. В церемонии возложения венков в участии приняли также председатель Краевого законодательного собрания, вице-губернаторы, представители городской власти и руководители силовых структур региона. Погибших почтили минутой молчания. Затем военнослужащие Краснодарского территориального гарнизона прошли торжественным маршем.